Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 47, упражнение номер 175. В этом упражнении мы должны решить задачу. Два самолета летели с одинаковой скоростью. Первый самолет был в пути 4 часа, второй – 6 часов. Первый самолет пролетел на 1400 километров меньше второго. Какое расстояние пролетел каждый самолет? Скорость у самолетов была одинаковая, но почему-то первый самолет пролетел на 1400 километров меньше второго. Это потому, что он был меньшее количество часов пути. Давайте узнаем, на сколько. 6 минус 4 получается 2 часа. На 2 часа. 2 часа разница времени между первым и вторым самолетом. Следовательно, вот за эти 2 часа первый самолет не долетел 1400 километров, а второй пролетел за 2 часа 1400 километров. Можно узнать их скорость. 1400 разделим на 2, получится 700 километров в час скорость самолетов, так как у самолетов скорость была одинакова. То это скорость и первого самолета, и второго самолета. Теперь мы можем узнать, какое расстояние пролетел каждый самолет. То есть какое расстояние пролетел сначала первый самолет. Он был в пути 4 часа, и его скорость составляет 700 км в час. Чтобы узнать, какое расстояние он пролетел, нужно скорость умножить на время. 700 умножаем на 4. 7 на 4 – 28, мы приписываем 2 нуля. 2800 км пролетел первый самолет. Теперь мы узнаем, сколько километров пролетел второй самолет. Он был в пути 6 часов, а скорость у него такая же – 700 км в час. Нужно 700 умножить на 6. 7 на 6 – 42, и приписываем 2 нуля. Получается, 4200 км пролетел второй самолет. В задаче у нас спрашивается, какое расстояние пролетел каждый самолет. 2800 км пролетел первый самолет. И 4200 километров пролетел второй самолет. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.